10 октября 2021 года я связался с ребятами из Усть-Неры, и они мне выслали вот это видео, разрешив разместить его в интернете. Я уже покидал Колыму, когда начались осадки. Сначала дождь, потом дождь со снегом, потом снег. Дорога Р-504, федеральная трасса, государева дорога, 20-е числа, точно сказать не могу, какого числа, но сейчас такая реальная картинка, ситуация творится на федеральной трассе государевой дороги Р-504. Ливни, дождь, сход грунта на дорогу, дорога перекрыта, практически люди оказались вот в такой очень непростой ситуации. Мне было сказано, что я счастливчик, мне здорово повезло, что удалось проехать по Колыме, когда еще была более-менее нормальная погода, нормальные условия. Ситуация, конечно, ужасная. Тише. Люди попали в западню, в плен. Не знаю, государство, местные власти оказали какую-нибудь помощь или нет, но по всей вероятности оказали, потому что видно, что вот эти сходы глины, щебенки, деревьев, они как-то разгребли, но движение просто жуткое, ситуация жуткая. Поэтому, отправляясь на Колыму в туристическую поездку или в путешествие, нужно быть предельно внимательным, знакомиться с прогнозом погоды, чтобы не оказаться вот в такой очень тяжелой ситуации. Кстати, там на видео будет момент, я не смог рассмотреть километровый столб, который установлен на дороге, и точное место указать будет сложно. Но это уже гористая местность, примерно 1000-1500 километров до Магадана. Примерно вот с этого момента начинаются горные подъемы, спуски, перевалы. Женщины, дети, вот в таком плену. Хотелось, чтобы Росавтодор увидел эти кадры и как-то их, может быть, прокомментировал. Или принял реальные действенные меры. Это, повторяю, федеральная трасса Р-504, Колыма, октябрь 2021 года. Видео предоставлено ребятами, проживающих в Усть-Нере. Сейчас будет километровый столб, но рассмотреть очень сложно, какой километр. Вот он, километровый столб, но я не смог рассмотреть километр какой.
Но это федеральная трасса, повторил Р-504, Колыма, Государева дорога. Октябрь 2021 года. Никакой информации в средствах, никакой информации в СМИ нет, я, по крайней мере, не видел. Но это вот реальная картинка, реальная ситуация. Повторю, что видео предоставили мне жители Усть-Неры, Колыма. И разрешили разместить вот на канале в интернете.